Я предлагаю вам приготовить блюдо из баклажанов огонек. Огонек, потому что они будут острыми. Я приготовил 1,5 килограмма баклажанов, довольно молодые, поэтому чистить мы их не будем. 5 штук сладкого болгарского перца, пару горьких перчиков, 5 зубочков чеснока, подсолнечное масло, уксус, соль. Сначала нарезаем баклажаны колечками толщиной примерно 8-10 миллиметров. Нарезанные колечками баклажаны хорошенько присаливаем и перемешиваем. Баклажаны после этой операции пустят сок, и из них выйдет горечь. Вот так вот делаем. Пока кольца баклажанов просаливаются, приступим к приготовлению острой заправки. Очищенный перец разрезаю и буду его пропускать через мясорубку. Кстати, горький перчик, перед тем, как будете его перемалывать, также очищаете. И его можно использовать с семенами, а можно удалить семена. При использовании с семенами ваша заправка будет более острой. Я семена удалю, так как не я один буду есть это блюдо. Перемололи перчик и чесночок. Вот такая вот кашка у нас получается. Вот такая красивая получилась заправочка. Добавляем сюда соли. Соли по вкусу, как вам будет угодно. Поэтому я не настаиваю на количестве соли. И сюда же 2 ложки уксуса. Также нам достаточно 2 ложек. Вы можете добавлять уксуса сколько вам будет угодно. А можно вообще его не добавлять. Все, заправочка готова. Переходим к обжариванию баклажанов. Обжаривать будем на подсолнечном масле на предварительно разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Начинаем процесс обжаривания. Вот с одной стороны уже обжарились. И переворачиваем на другую сторону. Вот так. Снимаем готовые баклажанчики со сковороды и закладываем новую порцию. И так до конца. Ну вот, подготовку мы закончили. Баклажаны пожарены. Заправка готова. Начинаем перекладывать баклажаны заправкой. Для этого на дно банки укладываем 2 ложки заправочки. Затем укладываем на дно слой жареных баклажанов. Вот так. И перекладываем слой баклажанов несколькими ложками заправки. И снова повторяем то же самое. И так до заполнения банки. Вот мы и заполнили баночку. Такая вот красота у нас получилась.
Такие баклажаны, острые баклажаны, можно подавать на стол уже через несколько часов. Ну, скажем, завтра. Должно пройти время, чтобы они пропитались заправочкой. Но мы хотим заготовить такие баклажаны на зиму. И для этого мы пастеризуем банку. Как можно пастеризовать ее? Можно стерилизовать в кипящей воде. Можно стерилизовать в микроволновке. А для нас самый лучший способ стерилизации – это стерилизация в духовке. Для этого банку прикрываю крышкой, не затягивая, не закрываю. И ставлю ее во включенную, в зажженную духовку. Или можете в холодную поставить. Духовка у меня только теплая пока. Я ставлю свою банку, выставляю температуру на 120 градусов и довожу температуру до 120 градусов. После достижения этой температуры стерилизую банки в течение 10 минут. Пол-литровые, 750 грамм 15 минут. Литровые банки стерилизуем 20 минут. И полуторалитровую, вот как у нас, стерилизуем 30 минут. Через полчаса достаю банку из духовки и затягиваю крышку окончательно. Все. Теперь эту баночку можно накрыть полотенечком и оставить до полного остывания. А зимой открываем и наслаждаемся. Приятного аппетита!